Всем доброго здравия, ребята! Сегодня 5 мая 2023 года. У нас на отправку инкуб яйцо. И это, можно сказать, нашим заказчикам. Они у нас уже приобретали яйцо как куриное и приобретали яйцо как перепелиное. Значит, по яйцу. Цена яйца осталась прежняя. Предыдущих лет 10 гривен яйцо. Це яйцо зносює мій техасский перепел, техасский мясный утяжеленный, именно моя птица. В весе она 500-600 грамм. По самой птице, по мясу, по весу можете ознакомиться у меня на YouTube-канале. Значит, тільки в цьому году, в 2023 году, весна, мы реализуем яйцо вот с января месяца, реализуем яйцо при правильной оплате. При правильной оплате за 100 штук вы мне отсылаете 1000 гривен, и я вам отправляю 6 лотков. 6 лотков, в каждом лотку по 20 яиц. Это короб с объемом на 5 килограмм. Сюда входит в 3 яруса. В 3 яруса входит 6 лотков. Раз, два, три и раз, два, три. Я думаю, информацию дала вам по инкуб яйцу. Цена, який даю процент и яка птиця, вы уже ознакомьтесь. Очень много рассказано и показано по самой птице, как тушки, как живий вес, как цыплята. Мы инкубировали весь период с ноября по кінець февраля, с ноября 2022 по кінець февраля 2023 года. Свет, электричество нам отключали, но саме племенне поголовье уничтожать, ну, це не каждый заводчик, если він має племенне поголовье, его ніде потом повторить не можна, так что мы держали и удержали. Так, это наш заказчик заказал у нас инкуб яйцо куриное. Ребята, кому надо инкуб яйцо куриное от курочек, мини-мясные палевые белохвостые. В этом сезоне цена осталась предыдущая. 50 гривен яичко. При заказе яиц я даю... Я даю все равно процент вам... Ну, может, при транспортировке будут какие-то допущенные моменты, что будет яйцо разбите, или, ну, и на оплот. По самой инкубации 4-5 мая у нас произошла инкубация. По цыплятам я вам отрепетирую то, что у меня проинкубировалось 4-5 мая, який процент оплода, яка виводимость и выживаемость, и качество самих цыпляток. Качество самих цыпляток, вот как они сами выглядят, ровненькие у них носики, головки, шейки, кривизны пальцев на лапах. Тут все моменты надо учитывать. Или воно десь повторяется, не повторяется, ведется чистота, сортируется, бракуется ли цыплята, бракуется ли курица. Это в каждом хозяйстве индивидуально. Значит, наш заказчик заказал у нас предыдущий раз, брав и перепелиное яйцо, брав и куриное яйцо. Сейчас он повторяет у нас заказ мини-мясных. При заказе, при оплате 1500, яйцо 50 гривен, 30 штук, я даю 35. Могла бы дать и больше, но то, что было в гнезде. Сейчас уже 3:30 дня, и мне надо ехать на почту, потому что надо еще решить еще какие-то вопросы мои. Сегодня пятница. Значит, ребята, до конца месяца мая я буду по чуть-чуть, десь 20-х чисел, если не будут поступать звонки по заказу инкуб яйца мини-мясных, кури потрошки будут вырезаться. Есть 4 семьи, есть 4 петуха, 2 прошлогодних переярих и есть 2 петуха молодых. Одну семью я уже зарезала, вот, так что... Я показывала и вес, и мясо, и так далее.
по яйцам. Вот так вот я их перематываю, бумага, вот, и в лотки. Лотки есть разнообразные. Сейчас мне вот такие лоточки подкинула моя Арсентьевна, мой адвокат, она у меня берет пищевые яйца, вот, и на Пасху дети в ней понакупливались, потому что дети живут в другом городе, даже в другой области. Вот. Значит, сейчас отправляю вот так. И в короб на 5 кг я постелю обильно соломы. Так же само солома, как и с перепелиными яйцами. Солома получается, как амортизация. Но на дно коробки я поставлю еще кордон. И между двумя, то есть, сейчас я вам покажу, так как они и были. Вот ложится один лоточек и ложится второй лоточек, хоть бы у меня время хватило. Вот. На дно будет кордон, солома, лотки. Потом опять же кордон, он крепкий. У меня сын делает шляпные коробки, у нас есть вот такие отходы. И потом опять еще вот два лотка. Значит, той лоток, где там 5 штук, я его поставлю сверху, чтобы вот эти, где тяжелее, чтобы они не раздавили яйца. По бокам будет солома, и там будет солома. Все так же само, аналогично упаковывается в короб на 5 кг. Подписала Жашків. Коробки одинаковые и та на 5 кг, чтобы я просто не отправила в Пирятин курение, а в Жашків не отправила перепелині. Хотя и то не откажется. Вот так, ребята, на сегодняшний день, 5 мая, даю вам такую информацию. Будет, то есть, свободная память на телефоне, значит, я покажу, как я их отправила на почте. Ну, и очень много я вам показываю, как я отправляю посылки на почте. Многие сказали, что вы не отправляете, потому что не видно. Раньше было на YouTube-канале Хитручкин двор, вы показывали, как отправляю. Ребята, я занята, и у меня бывают такие варианты, что и отправляют мои дети, або сын, або дочка, если они отправляют свой товар. Вот. Но если хотите, чтобы Лена трошки пофокусировалась там на почте, то, пожалуйста, я теперь собираю все заказы, хотя у меня в самой очень много занятости, и плюс цыплята глупляться, гусята и та птиця. Вот такие вот лотки, бачите, они не закрываются. Вот один не закрылся, один закрылся. Значит, я прибегаю до того, чтобы затянуть скотчем. Вот, потому что при транспортировке это все равно десь что-то откроется и выскочут яйца. Так что я его зафиксирую еще скотчем, сверху соломкой и все. Пересипаю саме яичко вот такой шелухой. Это шелуха от ячменя. Ячмень мы измельчаем и даем, ну, варим собакам кашу. А вот такая шелуха, тут мучка такая есть, чуть-чуть краплинки ячменя. Він не острый ячмень по сравнению с опилками или стружкой, потому что у нас проблематично достать опилки или стружка. Знаешь, я делаю вот такой способ нашла, вот, чтобы трошки яйца там, ну, держались кучки, как бы можно сказать. Все, ребята, всего доброго. Кто заказывал мне инкуб яйцо, желаю вам благополучной инкубации. Майте в себе в хозяйстве мясо, яйцо, перепелов, курей. По мини-мясным это вообще вкуснотище. Мясо очень вкусное и так далее. Я думаю, вы меня почули по цим мини-мясным, потому что я птицу буду вырезать. Мне надо освободить помещение, а уже двумя этапами я себе заинкубировала. Так что инкубировать, ну и уже сроки, ребята, уже сроки. Всем добра, всем всего наилучшего, тепла вам такого. Ну, начинает пекти дуже добре. Начинає пекти дуже добре, ляли-ляли дождики, землю змочили, тепер земля тверда, як асфальт, сапой всапати невозможно. Тепер пішли такі, от і вітер, і жаркі дні, все це скомкується, ділається такий бетон, що невиносимо вдолбати. Береш і одну, і вторую, і третю сапу, і навіть вам покажу свої снаряження. Рабочий, и сапа не выдерживает, она просто, видите, она уже там сломалась, сапа сломалась.
А то, що наскільки, наскільки ну, твердий ґрунт, дуже твердий ґрунт. Хоча і тут, от, зараз візьмемо вже нормальний сапог і покажу вам. У мене запис йде, я скоріше все, що не бачу, що тут показує. Дивіться, бачите? От. Вона геть тверда. От цей ґрунт. Він прям тріщини. От тріщини. Тріщин дуже багато. Тут, де я просопала. А тут вже просто не хватило фізичних сил долбати. От вона суха, взагалі як рафінат. Де ті дожді шолили, їх нема. У нас все, у нас степова зона. От, все вивітрюється, був дощ. І все закінчилось. Всім добра, всім всього найкращого, сил, здоров'я вам. Все, що хочете самі собі пожелати, то і я вам, як би казати, вас желаю. Красота. Шикарно. Небо чисте, воздух ароматний, цвітущі яблуні, цвітуща сирінь. І наша компостна куча по чуть-чуть уходить на нет. У мене, ребята, компостні кучі з прошлого року, як я почала удобрювати отут участок. От, все, в мене не образовалося. От эту вот стару кучу, її, наверное, лет 6-7. От, я її отак уже домучгикаю, дорізаю, добиваю. От, і вершок уже знімаю, і бока рубаю. От, от такими уже, це не сипець, а просто перегною. Такими от кусямаками рубаю. От, видно, а? Лопатою срізи такі ділаю. Оце все і на огород. Не успіли осінню. Осінню, звісно, не успіли. Нам осінь пересрали. Нам осінь пересрали з тими своїми дебілами, криками і так далі. Туди біжи, тут стой, туди готовся, тут тобі ограничення. Тобто ми не встигли зробити те, що було в планах по осені. От так. Тут тетя маменька сивий такий пісьов. Іріска, екс-кс-кс-кс-кс. Іріска, кс-кс-кс-кс. Мамина красавиця, іди сюди, Іріса. Іди сюди, там Сережин собака тебе з'їсть. Іріска, кс-кс-кс-кс-кс. Китечка мамина, іди сюди, Іріска. Іди, піжониться кнопа до нього. Іріска, кс-кс-кс-кс-кс. Китя мамина, іди сюди. Вони зараз бігають і збирають майських жуків, їдять. Всяких там козявок їдять. Козявка мамина любима, кнопочка, така попугайчик мамин. Подкидиш ти маленький алергінчик. Іріска, іди сюди. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А ти яка виросла. Прошлий год нам підкинули кицечку, а ми виростили, як кнопеня. Де б я поулибалася, які отримала положительні моменти, емоції, як тільки не полюбувавшись своєю кошечкою. Ой, клубніка, це ця, що у нас тут на карантині. Ай-ка, яка бубочка там уже, яка бубочка на карантині. Думала клещ, но все равно її треба буде обробити. Тут цвіт пообривала, оставила тільки некоторий. Ну, побачимо, що це буде за ягода. Повторить вона то, що вони говорили, сортність или ні. Хоча от ці от гібриди клубничні, вони можуть, от скільки, по-моєму, 4 роки, да? А потім треба, як відділ лабораторій, відсівати обратно. О, вони ну, іскусственна, в общем, клубника, я можу сказати, да, із лабораторії, потім її розетками це відділяють, продають саженцями туди-сюди, по-моєму, 4 роки, і вона вже не то, вже смисла її немає. Є такі зараз сорта, тобто ось ці от гібриди виведені лабораторно, лабораторно їх виводять, от ці сорта, а ми купляємо, дивимося, як этот, як фермер, ну, пускай буде фермер, він купив, привіз чи з Іспанії, чи з Італії, чи з Голландії саженці. От, і він їх вирощує, в нього клубника там, ну, пускай кіло 800 з куста, да?
кило 800, там скільки, до 2 кілограм з куста. Вау, 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 реклама є, а вона не наша, ребята. Тобто вона не буде жити на, просто на землі і просто от з какашками на землі. Вона не буде жити. Там зовсім по-другому її кормити треба. Як, і от, к примеру, бройлерного, ну, мене дивиться зараз птицеводи, да, бройлера візьміть, випустіть, щоб він отак от ходив, десь пасся і так далі. Ні, йому треба зовсім другі умови. Для нього треба, щоб було тепло, мало подвіжність і специфічний такий корм має бути. Все ж то же саме. Все то же саме, ребята. Куди не плюнь, все воно то же саме. Це топінамбур у нас залишився, треба буде його трошки убрати. Кури хорошо його їли як осінню, як зимою і як весною. Земляна груша, і я собі в суп варила. От. Так що, якщо нема запасів, мало запасів моркові, мало запасів кормового буряка, тикви, от, топінамбур – це ідеальна віч. Посадили і без проблем. Не поливати, не копати, не, нічого. Возле компостної кучі виріс отакий. Він форми такої, як імбірь. О, як імбірь. Все, ребята, всем добра, всем всего наилучшего. 10 раз с вами прощаюсь, а я продолжаю. А у меня хлеб в духовке. Побежу, хлеб вытяну, доупакую яйца и еду на почту.